Доброго дня, вітаємо вас. Сьогодні гість окремої думки Владислав Троїцький, режисер, засновник проєкту «Гогольфест». Влад, вітаю вас. Добрий день. Сьогодні в суботу Владислав Троїцький представляє в Центрі культури та мистецтв КПІ музично-драматичну версію шекспірівської трагедії «Коріолан». Оце ми про це будемо говорити. Моє перше питання – чому цей античний сюжет? Ви сказали, що більш актуальний і болісний текст для постановки тяжко знайти. Чого саме Коріолан? Ну, понимаете, Шекспір, понятно, він завжди актуален. Да, будь-що, власне. Да. Но Коріолан – це історія героя, который возвращается с войны, и возникает вопрос, насколько он нужен стране, насколько он нужен людям, насколько он нужен сам себе. И этот вопрос, который будет стоять перед нами, он стоит каждую секунду, потому что мало того, что ребята, которые возвращаются с АТО, и понятно, они возвращаются, и у них возникает вопрос, а за что мы там стоим? Что это такое Украина, да? Что это такое вот, ну, те идеалы, которые были, ну, за которые стоял Майдан, то, что называется революция достоинства. Вот оно как бы должно быть. И вот есть внешний агрессор, мы возвращаемся и сталкиваемся почти с тем же демоном или с тем же змеем Горынычем, что было и год назад. Те же люди сидят в креслах, тот же нестерпимый дух Советского Союза или Совка, да, вот. Ну, то есть вчерашняя Украина, она как бы остается. Это вторая линия фронта, с которой мы волей-неволей сталкиваемся каждый раз, когда приходим в любое государство. Государственную институцию. И оттуда тхнет кладбищем. И это кладбищенский дух, он нестерпимый. И у нас внутри возникает такая же проблема с этим же героем, который, с одной стороны, который говорит, вставай, не спи, нужно делать. А раб или вот соглашатель, конформист говорит, да подожди, это не твоя война, там опять виноваты кто-то, ну, переложить вину, будь то на Путина, что вот он такой-сякой враг, будь то на Европу, что она такая инфантильная, нерешительная, нас не спасет, или на своих начальников, президентов, премьеров и прочих, или на коррупцию страшную. Говорит, это не моя война, я тут посижу, моя хата с края. И вот как только вот эта линия фронта везде она рвется, то тогда мы съедаем свое будущее. И об этом тоже опера, ну, можно сказать, музычно-драматичный спектакль, но это все-таки ближе к формату такой новой оперы. Вот. И об этом хочется говорить не нравоучение, это не менторство, не как бы какие-то истинные там морализаторства. Это просто тот же вопрос, который любой думающий человек должен себе, наверное, не люблю слово «должен», но тут, наверное, «должен» задать. Ми зараз, до речі, бачимо це, власне, тізери цієї опери. Ми будемо говорити, і глядачі можуть побачити, власне, що сьогодні ввечері буде в Центрі культури мистецтв КПІ. Але вистава – це два акти, то це велика... Ну, настоящий формат такого большого произведення. Потому что, ну, на самом деле, когда я затевал этот проект, мне было очень важно так выйти, как это, не на своей территории, ну, потому что формально, ну, Дах – это такой некий альтернативный театр, да, такой вот. Есть и Гогольфест – это некий альтернативный фестиваль. Дах Абраха и Дах Дотерс – некие альтернативные группы. Але те, що ви от в Центрі культури мистецтв КПІ, це що? Це теж значить, що ви не можете це зробити в якихось пристосованих театрах, в краще пристосованих? Ну, во-первых, это слишком дорого.
Потому что, я же говорю, я же не в конкурентных условиях. Если я бы захотел, во-первых, у меня бы наш волшебный оперный театр с такими традициями, который позволяет выгнать себе Матвиенко, и там господин Чуприна сидит великим богом, и там Соловьяненко худруком оперы, вечные наши эти, неснимаемые. Это вот кадаврическая культура. Угу. Так вот, понимаете, если туда войдут, мне бы поставить аренду, как по аншлаговая стоимость. Это там больше 150 тысяч гривен в день. И поэтому куда я? Поэтому тот же Матвієнко в Україну вынужден був йти. Ну, дивіться, по суті, ви зараз от в Україні, я відчуваю, що є такі якби дві течі. Одні – це власне, конформісти-соцреалісти, це така культура, оця кандова стара совєтська, та, де ви не можете не приміщення мати, не підтримку якусь, зараз нічого. І є такі люди, як ви, чи Денис Матвієнко, які роблять щось своє. Извините, перебью. Я не знаю ни одного успешного государственного проекта. Вот я не знаю ни одного успешного в культуре, да. Ну вот вы мне можете назвать? Я вот понимаю. Форум «Бедовцы». Частная инициатива. Да. Даже Одесский фестиваль. Частная инициатива. Mm-hmm. Ну, там молодость как-то еще трепещет. Слава богу, Халпакович. Ну, и то на личном каком-то энтузиазме Андрея. «Краина мрий». Частная инициатива. Ну, что еще там? Что вот такое вот звенящее, которое вот можно было бы сказать, чем можно гордиться? Ні, ну, от, власне, от я ж до чого вела, що оці всі конформісти, які кажуть, де наше все і за що ми стояли, я втомився, да? Це ж вони, власне, це ж, власне, осьові фігури, які засіли в культурі і яких, такі як ви, не можете посунути вже багато років. Ну, понимаете, это невозможно, это еще раз, это как реформа на кладбище. Ну, можно, конечно, прийти с реформами на кладбище, попробовать покрасить эти плиты, повыкапывать могилки, сделать макияж этим трупам, но это все равно останется кладбище. Поэтому нужно спокойно оставить, как это, Кесарева, пусть они там полежат еще, на чистой территории, сказать, ребятки, мы строим новое, потому что у них, у той нашей официальной государственной культуры, какой бы новатор не приходил, у него все равно она заточена на фиксацию прошлого. Фиксация прошлого, потому что это было идеологически заложено в Советском Союзе. Культура должна говорить, как мы прекрасно живем. Она вообще не предполагает ни визионерства никакого, ни кодирования завтрашнего дня. А художник, это же тот человек, это разведчик, это сталкер, который заходит в будущее, чувствует своим сердцем, видит этим сердцем и говорит, ребята, мы идем туда. И с другой стороны, художественные или культурные продукты, которые могут быть вписаны в мировой контекст, это такие символы, мифы, да, которые помогают объединять нацию. Ну, потому что очень сложно объединиться вокруг завода, да, какой бы там прекрасный или даже успешного сельского хозяйства. Ну, это замечательно, но это все-таки вокруг какого-то великого театра, вокруг великого там фильма. Это можно, особенно если это не единичные экземпляры, а именно реальная система. И вот мой месседж главный, там, наши друзья, наши начальники, не только культуры. Если вы наивно предполагаете, что культура – это некое развлечение и такое что-то между криминалом и спортом в новостях, то вы глубоко ошибаетесь. Не обращая внимания на культуру и вообще на гуманитарную сферу, вы профукиваете свое будущее. Будущее. Потому что страна-то ничего. Вы просто не понимая того, насколько это важно. Не то, что это стратегически важно. Это, наверное, единственное важное, чем надо заниматься. Бисмарк говорил, не будете строить школы, правильные школы, не просто школы абстрактные, правильные школы, будете строить тюрьмы. Когда Черчилля спрашивали, почему он финансирует во время войны, Второй мировой войны, почему он финансирует там оперы и концерты, он говорит, нужно, мы за это воюем.
мы же не воюем за кусок земли. Что такое земля? Ну, слава, ну, бог с ним. Что мне там, ну, там, гектар туда, гектар сюда. Мы воюем, защищаем какие-то ценности. Теперь их нужно артикулировать. Артикулировать не просто через ла-ла-ла европейские ценности. Европейские... Да, ну, Влад, ну, вы ж розумієте, що так чи інакше, от... Оці питання ви ставите в нікуди. Ви взагалі є адресат, якому можна зараз ставити ці питання? Ну, во-первых, не в нікуди. Я от говорю от з вами, да? Я говорю через ефір. Все равно люди це слышать. Як тільки виникають ці питання, значимість і... Але далі, дивіться, але далі всі театри, найбільші театри, найбільші якісь державні презентації за кордоном, найбільше це окуповане і захоплене людьми. Во вторник, 2-го, мы будем открывать большой французский фестиваль в Париже, «Дах Дотерс». В театре «Буф де Нор», это театр легендарный Питера Брука. Класс. И, ну, вот все самое происходит. Нарешті Париж побачив щось інакше, ніж ті незабутих предків парижан. Да, потом, на самом деле, будет в апреле... Мы участвуем в большом, очень крупном весеннем фестивале параллельно с Додиным. На площадке играем 10 спектаклей «Собачья будка». Потом делаем несколько визуальных современного искусства выставок в Париже. Это все в Париже. Это будет месяц украинской культуры. Это пока никак не связано ни с Минкультом нашим, ни с МИДом. Хотя мне уже пообещали, что наш новый посол во Франции будет уже на нашем спектакле. Это беспрецедентное внимание нашего Министерства иностранных дел к тому, что мы будем в Париже. Потом мы будем в Вене, потом мы будем в Будапеште. Тобто ви однаково творите паралельно до цього? У нас все замечательно. Никаких в этом... И мое, еще раз, убеждение, что эта жизнь, да, жизнеутверждающая, созидательная жизнь, она идет. Другое дело, что господа наши политики, которые думают, что они занимаются политикой, они занимаются просто каким-то печальным между собойчиком, они могут оказаться на обочине. Они думают, что они в мейнстриме. Мейнстрім не там. Це от вони, у них наївне представлення. Ми зараз продовжимо розмову про це. Ми все ж таки повернемося зараз з вами до Коріолану. Влад Троїцький є гостем окремої думки. Після реклами відразу повертаємося до розмови з ним. Будьте з нами. Влад Троїцький, режисер, зонок проєкту «Гоголь Фест», є гостем окремої думки. Ми говоримо про його нову постановку шекспірівської трагедії «Коріолан», яка сьогодні буде прем'єра. Ви можете піти, я так розумію, що ще можуть люди так сьогодні швидко зорієнтуватися, стати біля метро «Політичний інститут» і питати зайвий квиточок. Дивіться, ви говорили про готовність нашу зустріти героя і, можливо, також і внутрішнього героя, так, свого. Український філософ Вахтанг Кебуладзе, він таку сказав дуже цікаву думку. Він каже, що зараз є протиріччя таке певне між європейськими цінностями безпеки і свободи. І от Європа зараз уже ближче до цінності безпеки, тому що вони свободу свою давно вже завоювали. А ми ближче до цінності свободи, ми пожертвували своєю безпекою заради свободи. Але це дуже тяжко. І те, що ви кажете, що от цей конформізм і це все, це ж дуже тяжко, тяжка ця боротьба за цю свободу. Чи витримаємо найкраще з нас, чи витримаємо ми оце таке постійне оце відстоювання? Знаєте, я от обратив увагу, це причитання тяжко, ой, як тяжко. Ну а що, не тяжко? Ну, Влад, ну не тяжко. Послушайте, що смотреть? На самом деле, для меня гораздо была более тяжелая ситуация больше года назад, когда ты понимал, что тебя окружает абсолютно бесперспективная, унылая действительность. Это болото, которое... Безнадея. Просто ты понимаешь, что вверху сидят эти упыри, которые сжирают безжалостно свое будущее, Бог с ним, они сжирают мое будущее и моих детей. И это было, конечно, и я когда смотрел на молодых людей,
людей. К счастью, в прошлом году я уже почувствовал на Google Fest, что молодые люди устали так быть лузерами. Ви мені сказали в ефірі про це. Сказали, що є молоді люди, які все змінюють. Да, і вот тогда, это было тогда еще до революции Майдана, когда мы сделали перформанс «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой». Это было в сентябре. И это еще раз визионерство или кодирование будущего в сердцах художников происходит. И сейчас, да, безусловно, трагично, безусловно, страшные потери, гибнут ребята. Но здорово в цьому є, да? Смотрите, здорово є. Ну, тут опять многое зависит от вас, от господ журналистов, да? Потому что если проанализировать те новости, которые сливаются в сознание наших сограждан, ну, это какой-то, я бы, ну, проще повесить, чем это все слушать. Из 90, ну, там, из 100% новостей, в лучшем случае, одна какая-то положительная. И, ну, неужели ничего хорошего в нашей стране не происходит? А ось мы зараз с вами говорим про хорошее, ну, про вашу постановку. Ну, так не только же, не, это, понимаете, что, ну, вот, ну, почитайте новостейные ленты всех наших сайтов, там, посмотрите телевизор, и ты подумаешь, ну, неужели все настолько не любят себя и не любят своих, как бы, сограждан, что смакуют все время какой-то трэш. Ну, это же безумие, да? Ну, хорошо, надо говорить. Я не говорю одеть розовые очки, изображать из себя таких паночек, которые там ничего не видят, ничего не слышат. Но, с другой стороны, все время упереться в такую вот абсолютную бесперспективность, это тебя переводит потом, ну, безнадега и потом уныние. Один из смертных грехов. Поэтому, опять же, нам друг друга нужно научиться видеть, поддерживать друг друга и вместе договариваться, и научиться гордиться другим, радоваться успехам другого. Это, конечно, не совсем украинская традиция. Не совсем. Вообще совсем не украинская. Но, знаете, я как бы проанализировал свой этот, я, кажется, такой достаточно, как это, генетический украинец. У меня так процентов так 60-70 украинства, потому что там моих всех, оказывается, предков отсюда в начале 20 века их туда, на Дальний Восток, толканули, выселили. Это была первая волна. И первая, ну, по одной линии мои были столыпинские переселенцы, а вторая линия – это вот когда первая коллективизация, там, 20-е годы. Поэтому могу сказать, что я там такой себе украинец. И ничего, могу радоваться. Я правда радуюсь. Я безумно радуюсь тому же успеху проекту Дениса Матвиенко. Радуюсь успехам и то, що відбувається там зі скрипкою. Ну, ми радіємо, не уявляєте, влади, як ми радіємо успіху ваших проєктів «Дах Дотерс», «Дах Абраха». Це просто потрясаюче. Я вам мушу сказати, що, ну, це щось колосальне, і не тільки радіємо, а навіть і гордимося. І знаючи про театр «Дах», я розумію, що оця постановка ваша, вона не проста. Це не просто академічна опера, яку ви зробили. Розкажіть, що це за... От ви задумали це зробити влітку, так? Так, це було в серпні. Странный экспириенс, потому что, ну, у меня было там 2 или 3 года назад такой опыт постановки оперы «Мертвый город» Корнгольда, это австрийский композитор в Венгрии. И как-то я так лихо ее сделал, ну, сам не ожидая, что и она признана была лучшей оперой сезона. То есть вас запросили туда ее поставить, так? Да, это я поставил, она уже прошла, поездила по фестивалям, все очень замечательно. Вот неделю назад мне предложили поставить «Трубадура» в Верди, в Национальной опере в Будапеште. Это будет в следующем сезоне, там премьера будет в июне. Вот. Ну, то есть это вот у меня оперная есть история. Потом у меня есть все равно эта традиция музычно-драматичного театра, которой я тут плотно занимаюсь уже благополучно как минимум 14 лет, с 2000 года, когда вот первый спектакль поставил с Боджичами, потом с Древом, потом родилась «Даха Браха», ну и так далее. То есть это вот была история музыкального драматического театра, то, что, собственно, продолжение линии корифеев, да, 19 века, ну, вот эти все ребята, которые, собственно, сделали лицо украинского театра. И вот, да, с другой стороны, в Венгрии, там, и в других странах, когда я работал с академическими музыкантами, мы все время отправлялись в путешествие созидания новой музыки. И вот, соединение этих всех видов, я сказал во время резиденции Google Fest академическим
музыкантам, говорю, ребятки, кто со мной вперед, не понимая куда, но вот мне очень резонирует, с одной стороны, вообще само понятие новой музыки, да, переведение его из такого нишевого, очень узкого продукта, немножко в мейнстрим, ближе к мейнстриму. Что это не такая нудотина, что на самом деле это интересно слушать, и ну, любой как бы, почему там Кронос Квартет собирает тысячные стадионы, да, или там Найман Бенд и так далее. То есть есть куча музыкальных проектов мирового уровня. И я подумал, мы сделаем такой же проект, который не будет такой консервативный такой. И я говорю, поехали. Понятно, что можно взять какую-то готовую оперу, но я предложил ребятам писать вместе музыку. И мы так... И задача заключается в том, чтобы перевести художников, музыкантов из позиции исполнителя, ну, когда у тебя есть готовая там партитура, у тебя ноты, в созидателя, в творца, тогда он присваивает эту музыку и уже относится к нему как к ней, к музыке и к пространству спектакля, как к своему дому, который нужно обустроить. А я как просто, ну, как режиссер этого пространства, да, который помогает сделать дистанцию, ну, и предлагает, ну, может быть, немножко другую философию отношения к музыке. Не просто там нотки, да, а все-таки это формирование там духовного, в какой-то степени метафизического, мистического пространства. Вот. Ну, да. До речи, все ваши проекты за цей логикой изроблены. Потому что я понимаю, что мне интересно прежде всего общаться с творцами, потому что в этот момент просыпается, как раз когда человек начинает творить, в нем просыпается этот внутренний герой, или божественное, да, когда, ну почему, как говорится, в каждом есть божественная искра. Она когда просыпается? Когда ты начинаешь творить, когда у тебя ты создаешь что-то новое, в этот момент ты подобен Богу. И вот, ну вот с божественными сущностями мне интересно общаться. Мне не интересны рабы. И любые, как бы, самые хорошо обученные раб, это все равно раб. Поэтому мне гораздо дороже. Вот. Тобто ви оце от в ці місяці ви зібрали і це і актори даху, і ні, це абсолютно нова команда. Це дах не там не задіяний. Ну, це вже дах. Це вже став дах. Це вже просто у мене вийшло, що вся моя женська конниця, женська рать, вона зараз займається дахабраха, дах дотерс. Тому мені я їх спеціально не вводив в цей проект, ну щоб не було, ну як би когнітивно. Тобто це цілком інші актори. Это абсолютно, да, это абсолютно люди в основном с академическим музыкальным образованием, которые ну, отважились на это путешествие. Потому что понятно, что момент первый, ну, недоумение, как человек, не имея, ну, не знающий нот, ну, типа меня, говорит, давайте будем писать музыку. Упс, это как? Это как? Ну, потом втянулись. Они говорят, это вдруг ты чувствуешь себя действительно свободно. Знаете, это как дорогого стоит. Да. И особенно это свободный не на то, что в Украине, да, и можно быть свободным на волне протеста, когда ты сносишь стену. Ну, это одна, да, история. Ты снес стену. Вот тебе площадка, где мы будем строить нашу новую страну. Это задача снесения стены, в принципе, она страшная, ужасная, но в принципе понятная, да, ну там, кто что может, тот кусочек, кто там песчиночку, кто-то там тонну, а вот теперь возникает вопрос, как договориться, что строить? Как? И потому что я там... И початок взаимодействия. Да, я могу, я хочу строить что-то бетонное, я хочу строить что-то из самана и так далее. И вот мы тут объединились в зоне свободы на созидание. І це дуже дорого стоїть. Я думаю, що ви заінтригували людей. Я думаю, всі захочуть піти подивитися. Якщо не потраплять в КПІ, де ще можна подивитися? Я зараз не знаю. Приїхало десяток промоутерів з рубежа. Є предварительний договор. Поки нічого не буду говорити, але за рубежом, я думаю, що точно буде грати ця опера. Вот. А в Україні, якщо я смогу себе дозволити, то есть, якщо він буде самоокупаемым проект, то тогда будет играться. Если не потяну, ну, сори.
сподіваємося, що буде гратися проєкт, музично-драматична версія трагедії Шекспіра. Нова опера. Нова опера, це називається жар. Нова опера «Коріолан» режисера Владислава Троїцького. Приходьте, дивіться. Якщо не побачите в Києві, значить побачите в Європі. Дякую, Влад. Дякую. Удачі і успіху вам. Дякую, що були з нами. Це була програма «Окрема думка». Будь ласка, лишайтеся з ТВАЙ.